Так, вот мы все, значит, смотрите, тут еще в чем прикол, то есть это тоже упражнение для нас, когда мы его скручиваем, да, поясницу. Если помните, просто изометрическую релаксацию, знаете, это вот, Название знаю. там просто это с дыханием делается, да, мы это можем добавить без дыхания, когда вот просто смещаем большие группы слоев мышц с костями, вот схватил за подвздошную косточку здесь вот, да, и вот так вот продавил в эту сторону, да, потом в обратную сторону, а тут за ребра с этой стороны. Тут я, конечно, упираюсь вот в этот бугорок тазобедренных, гребень тазобедренной кости. Вот, либо мы вот чуть-чуть присаживаясь, да, и свои крыловидные мышцы, широчайшие, да, вот тоже разминаю всем корпусом, видите, я действую, растягиваясь и тренируя свои ноги. Вот. Ну, а если возвращаться к нашему образу с постановкой ракет в шахты, да, и вот это и с тектоническими пластами. Ну, собственно говоря, для чего все эти образы нужны? Чтобы вы попроще, вам было легче запомнить очередность всех этих движений. Потому что всем приемам отдельное название не дашь, да? Ну, вот как бы вот мы, соответственно, работаем сейчас с пластами земельного вот этого участка, да? Прошло землетрясение, да? Потом, ну, одни не распластало всю эту почву, разлило ее по всем участочкам. Большими массами они перемещаются во все стороны, да? Раздвигаем, декомпрессируем вот это все, да? И возвращая энергию в эту часть, ну, тут как бы остыло уже, да, пока мы с шеей работали, тут эта часть остыла, поэтому мы тоже, опять же, лапа леопарда достаточно сильно, большими участками, видите, захватываем все мышцы большие. Тут тоже мы берем как бы эти мышцы на бицепс, видите, как я бицепсом. То есть мы как бы еще чуть-чуть сами себя подкачиваем, доходим сюда и пашем теперь это поле, пропахиваем большими бороздами. Видите, шея еще раз захватывается. Ну, смотрите, я делаю три прохода. Раз. Мышцы захватил, да? И на себя по центру. Раз. Борозды проехал трактор. Два. Трактор завелся. Три. По боковым мышцам прошлись, да? Прошлись. Потом утрамбовали землю. Следов от рельсов вообще уже не осталось. Где зарыты наши стратегические ракеты, никто не знает. Потом прошел дождь такой, да? Все замочил. И пошла расти трава. Вот она так колосится. С помощью вибраций, потряхиваний таких вот. Ветер идет, и это огромная пуля. Травой заросло, следов не видно. Вот на этом, если, например, вы не делаете, да, мануальные техники, можно человека оставить. Это еще один из финалов, как мы завершаем наш сеанс массажа, да. Человека можно оставить полежать еще минут 5, 10, 15, да. Можно сказать, все, спокойно, ты готов поинтересоваться, как тебе, тепло ли там, хорошо ли тебе девица, да. И как бы вот завершить сеанс. Либо перейти дальше, уже тело подготовлено, да, косточки растянуты, декомпрессия совершена, тракции совершены и на шее, и здесь, да, разного типа со скручиванием, там прямые тракции. И поэтому после этого мы можем перейти уже непосредственно к мануальной технике воздействия, коррекции позвоночника и всех его сочленений, снятия функциональных блоков. Вот об этом наш тренинг, собственно говоря. И сейчас у нас будут следующие видеоролики, которые вы увидите, ну, если забьете у нас на сайте, где надо, специально есть плейлисты. А еще лучше, если придете на наши тренинги и все это воочию увидите, отработаете, а мы же работаем друг на друге, прямо навыки, внедренные в жизнь. Все практикуем. Советую вам тоже присоединяться к нашей практике.